Город Ухань, административный центр провинции Хубэй в центральном Китае, считается родиной храброй воительницы Мулань. По легенде, девушка переоделась парнем и отправилась на войну вместо престарелого отца. История вдохновила уханьцев на трансформацию части сельских районов в большую достопримечательность, популярную у туристов со всего мира. Подробности у моих коллег. Легенда о Мулань повествует о верности, уважении к старшим и мужестве. На родине девушки, в уханьском районе Хуанпи, ее история послужила источником вдохновения для создания культурной живописной зоны Мулань. В честь праздника середины осени и Дня образования КНР здесь стартовал карнавал в китайском стиле, включающий программы, которые объединяют историю Мулань в серию захватывающих экскурсий по парку. Это фантастика. Китайское кунг-фу хорошо известно во всем мире. Поэтому я попросила одного мастера показать мне пару движений. Пойдемте. С историей Мулань можно познакомиться на 15 тематических сценах, где идут 30 различных представлений. Побольше узнать о китайской воительнице смогут и за океаном. Национальный оперный театр Китая сейчас гастролирует по Соединенным Штатам с одноименным танцевальным шоу. К слову, создание живописной зоны Мулань в Ухане оказалось прибыльным делом. Открывшись в апреле 2017-го, уже к концу года достопримечательность заработала более 90 миллионов юаней или 12 миллионов долларов. Я была там хозяйкой. Когда район сделал ставку на туризм, у фермеров с улицы Яузы появились хорошие возможности для бизнеса. В итоге сегодня мы неплохо зарабатываем. Родина Мулань освещена яркими огнями, фейерверками и звуками традиционной китайской музыки. Оказавшись здесь, туристы окунаются в настоящий праздник, где много развлечений, вкусной еды, покупок и представлений. Некогда старое и пустынное место сегодня превратилось в яркий символ возрождения китайского села. Шэньмяо, CGTN.